внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Если бы смотрите, какой у меня тост. Запоминайте, вы запомните легко. Победа, я записываю. Да. Сыр. Пресная? Ну ладно. Вот смотрите. Почему он хорош? Потому что можно к любому событию. Вот, например, начало. Я всех поздравляю с Новым годом. Значит, желаю всегда быть во всем первым. Всегда, чтобы у вас была ваша вторая половина. Никогда не быть третьим лишним. Чтобы у вас были свои четыре угла. Все делать в жизни только на отлично, на пять. Обладать шестым чувством и быть на седьмом небе от счастья. Понравилось, да? Посыпаем, да? Давайте за это.